Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лилия Горопаха, художник-дизайнер по Канзаши. И вот я первый раз хочу сделать обзор своих покупок, которых я сделала вот буквально сегодня. Тарюсь я в китайских магазинах, так как я живу за рубежом, у меня нет возможности что-либо покупать в своей, как говорится, стране. И я вам сейчас покажу, что вот я сегодня купила. Вот такие вот симпатичные зажимчики для девочек. Они уже сами по себе интересные, не правда ли? Но тем не менее мы с вами сможем их свободно украсить нашими цветочками. Цвета довольно-таки нежные, симпатичные. Вот, очень, кстати, в летний период. Точно такие же вот резиночки, которые я использовала в прошлых видеомастер-классах. Я уже с ними работала, они очень хорошие, не растягиваются, и довольно-таки диаметр у них хороший, что можно будет закрутить резиночку и в два раза. Также я взяла в этот раз вот такие вот цветные невидимочки. Они очень хорошо смогут смотреться и на галстучках, если их отделать, вот так, как мы в прошлых видеомастер-классах с вами делали со стразиками разных цветов, мне кажется, тоже очень кстати. В первый раз я взяла вот такую вот резиночку цветную, она метражная, разных цветов. Ну, я думаю, в следующих видеомастер-классах мы что-нибудь с вами будем из нее делать. Также я взяла вот такие вот зажимчики. Вот сейчас я оторву одну, посмотрим. Вот такие вот никелированные, они без зубчиков, но тем не менее я тоже уже с ними работала, они очень хорошо держатся на волосах. Я взяла таких вот две упаковочки. Они очень кстати. Ну, как же обойтись без клея? Естественно, термоклей нам нужен всегда. В этот раз я взяла вот такие вот замочки. В следующих видеомастер-классах я вам покажу, как их использовать. Вот. Первый раз я взяла вот такую вот интересную проволочку. Она очень таки интересная. Потому я ее и взяла, я еще никогда не работала с нею. Какие-то вот такие вот шарики, я даже не знаю еще, где их можно использовать. Но проволочка это вот такая вот пушистенькая, видите, ее можно загнуть в любое положение. Вот, ну, очень интересная, и я не удержалась, взяла. Ну, в дальнейшем мы с вами придумаем что-нибудь из нее интересное. Также я взяла вот такие вот обручи, обыкновенные обручи. Их тут довольно много. Такой нейтральный черный цвет с зубчиками. Они очень даже хорошо держатся на волосах. Ну и, как говорится, черный цвет, он всегда нейтральный. И вы можете к любому изделию его взять, даже к белому. Взяла в этот раз вот такую вот липучку пошире. Взяла широкую, так как у меня была маленькая. В этот раз я взяла широкую черную и белую. Взяла перед 1 сентября, конечно, нам нужна будет органза, так как у меня органзовых ленточек нету широких. Я взяла вот такую вот полметровой ширины органзу. Я не знаю, по-моему, здесь 3 метра для школьных бантиков. В следующих мастер-классах мы с вами будем делать эти школьные бантики. Ну, также я взяла вот такие вот стразики на липучках, они мне нужны будут. Вот, видите, большие, очень миленькие. Вот, и в этот раз я взяла такие вот
новые стразики, такие интересные, вы знаете, мне очень понравились, не знаю, видно вам будет или нет, вот, ну, очень интересные, очень красивые. И в этот раз я взяла вот такие вот жгутики. Я как-то никогда еще с ними не работала, вернее, работала, но не с такими, вот, а в этот раз вот такие вот они интересные, и, конечно же, к школьным бантикам тоже они будут кстати. Вот, ну и, конечно же, ленточки. В этот раз я ленточек не брала очень много, но, тем не менее, взяла вот такую вот ленточку с бортиком золотистым. Видите, жалко, что не было беленькой. Ну, я взяла красную, тоже ничего страшного, будет интересно. Конечно же, для бантиков наших мне нужна была атласная ленточка. Я взяла ширину 4 сантиметра, очень удобно с такой шириной работать. И взяла два моточка вот таких вот репсовых ленточек, синюю и зелененькую. Ну, что-нибудь мы придумаем. Ну вот, на этом я закончу свой обзор покупок. Если вам что-то понравилось, обращайтесь, чем смогу, помогу. С вами была Лилия Горопаха, художник-дизайнер по Канзаши.